6 классе он принял решение в школу не ходить, но смог стать членом Союза писателей России. Прекрасно играл в хоккей, но 4-кратным олимпийским чемпионом стал по биатлону. Александр Тихонов. О нем прямо сейчас. Мой недостаток, врать не умею. Я им кричу: Дитер, лыжу! Хрен я вам преклоню знамя. Ну, в тюрьму поселили, это же был кошмар. Я однажды Роллс-Ройс свой заправил соляркой по ошибке, он не поехал. Все, что я завоевал в жизни, все принадлежит России. У него он сердцем будет говорить. Фетисов. В воскресенье в 23:00 на телеканале «Звезда».